наконец, я не могу это оставить без внимания, ребята. Вот это вот. Уничтожение генофонда продолжается. Я вам в прошлый раз рассказывал, но я еще раз хочу сказать. Вот никуда от этого не деться. Сейчас идет пересмотр, кто такие мужчины и женщины по всему цивилизованному Западу. Мы чуть-чуть отстаем, туалетная бумага у нас появилась позже, понятно? Вот, эти самые подгузники, эти самые, как они называются, господи, эти самые памперсы появились позже. Хорошая вещь для больных, для взрослых, для девочек они терпимы. Но мальчиков они делают инвалидами, как мальчиков. Вот. Я сегодня по Хакасия, да, можете проверить, потому что это все всегда есть на сайте. Хакасия, наше телевидение абакадское. И вот он сидит и рассказывает, почему это не самое, в чем причина низкой, падает где-то, возможно, где-то рождение. Он все рассказал, все, кроме самого главного. Там не будет сперматозоидов, их будет меньше, но они будут вялые, когда этот ребенок говорит, все, он не восполнит ничего, придет 15-17 лет, половое созревание. Не созрели у него до конца эти самые. Это как на всю жизнь остаться подростком. У него, у этого мальчика будет навсегда психология ребенка. Он всегда будет зависеть от женщины. Вот. Это проклятие, не проклятие, а горе тех, кто соблазнится, выйдет за них замуж. Понимаете, это горе настоящее. Это больные дети уже теперь усвоили. Не дай бог, есть способы искусственного оплодотворения. Они только есть в садоводстве, песик, тычинка. Они для людей придумали. А думали о том, что они вот эти вот сперматозоиды, которые в сперме слабенькие, дохленькие, что уж лучше тогда от соседа родить вот такого мужика. Понимаете? И вот слушал его, слушал по центральному телевидению. С трибуны опять с этой самой говорят уже. Уже скоро стенка на стенку. Уже во многих странах начинается уже это. Побеждали эти самые так называемые транссексуалы и прочие эти старое слово педерасты. Они завоевывают мир, они завоевывают власть, они меняют всю мораль. Они в своем праве, их такими вырастили, их такими родили, их количество увеличивается с миллионы, миллионы, миллионы. Но потом один из них, из тех, кто еще считается мужчинами, вот, которого то ли крышу снесло, то ли еще, он пошел, взял ружье и пошел убивать подростков, юношей и девушек. Лагерь, сколько им было? 15-17 лет, кажется. 65, когда он убивал их, так? 65, еще сотни ранил, то есть искалечил. Многие же так на всю жизнь остались инвалидами. Сейчас он сидит в трехкомнатной камере, у него еда, которая нам не снилась. У него образ жизни единственное, что ограничен во всем. Вот, там книжки пишет, только что не может на улицу в любое время выйти. Вот. И вы понимаете, речь не о нем. Такие бывают. Речь о том, что никогда прежнее поколение не было, чтобы как куропатки были все, прятались. Вы понимаете, представим себе, как в современном кино. Там все наоборот, там как один какой-нибудь берет и десяток этих убивает, которые без оружия, которые все в руках ружья. А здесь один уничтожил сколько людей. Ну уже, наверное, это не... Что, вы думаете, после этого что-то изменилось? Новая школьная программа? Дети окончают школу, знают все приемы самообороны. Дети знают, что если навстречу такой маньяк, что их все школьники там в классе, допустим, 20, из них 10 парней, да, что все 10 уже знают, как им вести себя, если в школу придет маньяк, что каждый отломает эту самую, у ближайшего стула отломает ножку, все попрячутся, все на него кинутся одновременно, одного-двух застрелят, зато полшколы не перестреляют. Вот. И чтобы знали, что если он погибнет героем, что для него это счастье, для него это повезло, что это самое, что он погиб в борьбе, а не гнил где-нибудь там это, в памперсах в этих же, перед смертью. И возраст не имеет значения. Мужчины. Для чего они нужны иначе-то? Для чего? Ведь там сколько девочек было убито, кто за них заступился? Втроем, пятером, десятером кинуться на него. Сколько он застрелит? Ну, одного, двух.
А потом его же самого это на тот свет даже не надо суда ждать. Тут же бы его и прикончили. А потом показывают женщины эти самые уже, как они эти. Полицейские женщины во Франции. Мужик идет, всех режет подряд. Кто, какая женщина полицейская может справиться с ним? И опять все разбегаются. Где не случится такое, разбегаются. Однажды все мусульмане, особенно в Швеции, везде, где уже мужчин-то не осталось. Вот. В Швеции, там, во Франции, где угодно, в Голландии, вот, они же там миллионы, миллионы, миллионы. Получат команду, и все, они же все как эти. Им не надо даже оружия, они ножами всех перережут мужиков. А у нас, да, вон они, избивали парня. Весь вагон, никто не вступился, никто, ни один. Как, я ничего не понимаю. Новая школьная программа. Сейчас закончу. У меня время, кстати, выходит. Полный пересмотр. Я перед этим пытался доказать. Детям это надо. Принцип. Надо будет. Дурь всякую, которая заставляет учить детей. Если бы... Это уж еще... Я посмотрел не только... Помните, я издевался там над шестым классом биологии. Потом седьмой, восьмой, девятый, десятый. Сотни, тысячи непереводимых этих терминов, никому не нужных, ничего не объясняющих, просто зубрить, зубрить, зубрить. Зачем? Заполнили им, чтобы они не сидели в школе, не жевали. Принцип детей. Оставляем то, что надо. Оставляем, добавляем, что принесут пользу в жизни. Убираем те, что не нужны по жизни. Вспомним дебильную программу по биологии. Ну, а дальше я уже поэтически. В одну телегу прячь не можно. Это Чехов. В одну телегу прячь не можно коня и трепетную лань. Так вот, пусть у нас кони занимаются одним, а трепетные лани другим. Вчера делим с пятого класса на физиков, лириков. Это образно. Вот. А, сразу, я уже говорил, есть дети гении, еще, которые еще только в школу поступают, еще в садик. Гений сразу выделить отдельно, особенно в крупных городах, где есть возможность открыть специальную школу, вот, для таких детей, учить их по особой программе, думать учить, еще руками, само собой, конструкторам учить. Вот, для них самое главное, это как собрать самолет с первой в жизни, собрать пароход, собрать это. Все, когда-то это было, даже у нас такие кружки были. Сейчас за деньги, за огромные или ничего, чтобы это ребенка выучить. А это должна быть государственная программа. Вот это эти вообще отдельно должны учиться. Нам нужны гении. И инженеры, гениальные инженеры. Что, Королёву этого, который создал, вывел нас в космос, что? Писал диссертацию, он академика назначил задним числом. Ломоносова этого самого. Ломоносова не успел. Первый институт Ломоносова создал. А этот самый. Мичурин. Сделали академию? Куда деваться-то? Столько сортов открыл, столько этих самых законов открыл. Но это должны быть не случайные люди, которые полжизни потеряли, как этот самый, один в тюрьме, а другой в этом, работая этим самым, то путевым чуть ли не обходчиком, то этим самым мастером по... Специально надо все. А остальные, да. И тут главное, ради... Ох, меня это самое, Чернова убьет. Она считает, что все девочки должны от гриппа, иначе дурочками вырастут. Так. Ну, надеюсь, не убьет. Так вот, я пишу так. Первое разделение с пятого класса. Две разные программы полностью. Лирики под страхом расстрела не поймут ни интегралов, ни логарифмов даже. В моем классе только трое понимали. Мы все, мы это... У нас было трое, мы на всех этих олимпиадах городских выступали. Вот. Только трое. Девочки были умные, но они как были умные? Вот, допустим, я не медалист, да? Вот.
А девочка-медалистка соседнего класса, единственная золотая медаль. У нее просто была хорошая память. Она все запоминала, отбарабанила. А у меня, представляете, какая хрен медаль, ты тройка по русскому языку. И вот получается, вот эта вот фраза, я ее выделяю. Остальных-то за что наказывать? Вы понимаете, сидит, не понимает ничего. Ничего. А ему про логарифмы. Последние годы третий этап раздельное обучение. Это с 9 или 10 класса. Раздельное полностью. На мальчика и девочек. И смешанное. Смешанное это там, где девочки выше среднего умнее, как мальчики. Есть и такие. Только дети не знают, что у многих из них это самое, у девочек большой процент мужских гормонов, тестостеронов. Они потому и умные. А то раз девочка дура, а мальчик умный. Нет, девочки, которые это. Но только для этого девочка должна, хочет быть умной, ей много физически надо заниматься. Развиваются половые органы, но делить половые органы на мужские и женские нельзя. Многие из них производят гормоны и мальчиковские условно, и девочковские условно. Вот. И может оказаться, что девочка умна, потому что у нее прекрасно развитые гормоны, количество гормонов, как у мальчиков. Да и мальчики делятся, кого больше, кого меньше. А вот эти памперсники, это все, это смерть нашей стране, смерть цивилизации. Запад этого не понял. Опять выступает в Государственной Думе, опять на эту тему, опять про этих ЛГБТ. Знаете, что такое ЛГБТ? Про этих радужников. Вот. Ничего, они не виноваты, они такие есть. Но они власть берут в стране. А дела все хуже и хуже, хуже и хуже. Ой, я же заканчиваю. Это моя любимая тема. А не читайте, не читайте, можете уже перейти. Кто-то уже может вообще отключиться. Вы же не обязаны третий час меня слушать. Третий этап – раздельное обучение. Из мальчика в школу начнет воспитывать мужчин. Представляете? Хоть узнает, зачем яички природа вывела из тела наружу. Сейчас это проходит, нет? Мальчик в узких тесных трусах спит, сидит за компьютером, сидит в школе, сидит везде, практически не двигается. Какой он хрен мальчик? Это даже не девочка растет. Потому что у девочек свои эти самые козыри и свои предназначения в жизни. Из девочек, женщин, матерей, прежде всего. Аттестат зрелости у тех и у тех. У тех все, а у тех по возможности. Водительские права, информатика, самооборона, плавание, шахматы, удостоверение медсестер, поваров, курсы ухода за детьми, швей. Еще десяток можно придумать. Может быть, в каком-то городе есть какой-то, ну, вы знаете, как, допустим, как, где-то есть какой-то республике, в основном борьбой занимается. А в какой-то республике это там чемпионы, как это самое, по шахматам, ну и так далее. Десятки людей утонули, знаете, когда? Несколько дней назад. И, наконец, последнее. Рукоделие повышает интеллект. Это Энгельс. Энгельс, которого я это, превозношу как одного из гениальных людей. Рукоделие повышает интеллект. Любое, чем мы только, чтобы руки. Вот понимаете, будут двигаться руки, тогда развивается мозг. Это у подростков у всех. А у этих, как смеялся этот Задорнов, один палец на мышке развивается. Вот это, все.